Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Елена Ермакова. И для начала, те, кто не подписался. Кто подписался, всем привет! Сегодня я вам покажу красивые вазы, как делать. Работа handmade. Это занятие и для души, и очень красиво. Такой вот внутренний релакс, скажем так. Кто еще меня не знает, я хочу представиться. Я инженер-химик-технолог с большим стажем. Образование получала еще в Советском Союзе, поэтому я считаю, что это образование очень качественное. Имею очень большой опыт работы, более 35 лет у меня стажа руководителя, поэтому была производственником, организовывала отделы технического контроля и службы экологии. Знаю, как работают производства, знаю, как они могут нас, обыкновенных потребителей, обмануть. Поэтому показываю вам очень часто все мои проекты, связаны именно с тем, что я знаю. Вот. И, естественно, еще с тем, что люблю. Вот сегодня это будет у нас ваза. Сделано своими руками. Сегодня мы берем коробку из-под чипсов. Дальше будет у нас шпагат. Коробочка. Шпагат разный, зеленый, темно-серый и светло-серый. Сюда подойдет шпагат или веревка пеньковая. В нашем случае мы взяли веревку пеньковую сейчас. Любая веревка, любого диаметра. И все, как позволит ваше воображение. Еще нам надо будет термоклей. С пистолетиком, термоклеем мы будем клеить на нашу коробочку. Для красивой вазы можно использовать любую коробочку, бутылку, коробку. Еще мы возьмем вот такие вот стеклянные разнообразные камешки. Затем мы будем украшать ими. Далее я еще покажу много вам своих работ. Можно брать разные там бабочки, приклеивать цветочки искусственные. Для начала берем зеленую. Я решила сегодня показать именно начало вазы. Будет зеленая у нас веревочка. Приклеиваем, начинаем термоклеем. Сначала надо хорошо приклеить, чтобы потом не скользил наш начало нашей веревочки. Приклеиваем термоклеем. Фиксируем начало веревки. Приклеили и дальше наматываем плотно веревочка к веревочке. Можно не приклеивать постоянно, а проклеивать через определенное время, через определенное расстояние. Вот. Начало заматываем под веревку и опять прихватили к баночке. Опять пошло и опять сейчас прихватим к баночке. Прихватываем, чтобы веревка наша не расползалась. Наматываем плотно. Один к одному. Каждый слой уплотняем друг к другу.
Затем берем светло-серый цвет веревки, а более темный положим на дно. Точно так же начало веревки прикрепляем к баночке и через определенное расстояние прикрепляем веревочку. Заматываем под ней, спускаем ту, которая осталась зеленой, конец веревки зеленой, и проклеивая плотно накладываем слой к слою, продолжаем делать дальше нашу вазочку. Друзья, у нас вот эта вот пеньковая веревка, она очень дешевая, продавалась в магазине. Мы брали в дешевом каком-то магазине. И поэтому видите, как плохо закручены волокна. Но это для нашей вазы еще лучше украсит ее. Будет вот такая мохнатая, красивая ваза. Можно вазу украсить таким образом, прикрепив стеклянные камушки. Сейчас поменяем, возьмем темно-серый цвет. Внизу темно-серый цвет. Закрепили. И темно-серый цвет. И начинаем опять приклеивать. Приклеили начало веревочки и дальше. А здесь, чтобы быстрее, потому что низ. Всей коробочке, поэтому можно еще сделать ускориться, то есть просто намотать.
захватываем веревку и подтягиваем, и делаем плотно. Подтягиваем так, чтобы каждый слой возле слоя был плотненько, плотненько. Закрепляем конец веревки. У нас просматривается коробочка через саму веревку, неплотно намотали. Поэтому сверху, укрепив ее точно так же термоклеем, наматываем еще слой веревки такого же цвета. Оно будет очень красиво. Обрезаем и закрепляем. Украсим верх нашей вазы стеклянными камушками. Приклеим их термоклеем на самый верх. Здесь можно придумывать самые разнообразные варианты, как подскажет вам ваша фантазия. Моя мне подсказала вот таким образом сделать. Стеклянные камушки приклеить различные. А это наша готовая ваза с колосками пшеницы. Это ваза из бутылки шампанского. Это просто гильза бумажная. Это пивная бутылка. И показываю вам все вазы в сборе с нашей сегодняшней. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Желаю вам счастья, здоровья. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь. Будем дружить. До новых встреч!